Добрый день, девочки. Хочу сделать вам небольшое видеопояснение, поделиться своим опытом в целях подготовки вот к новогоднему нашему вечеру. Все мы получили свои какие-то изображения, да? Ну вот я просто поставила другое изображение. Получили мы их в формате PNG. Вот я хочу вам показать, как можно их немножечко с помощью модификаторов сделать более красивыми. Вообще у меня на YouTube есть урок модификаторы в картинках. Кто хочет более подробно посмотреть, там много всяких случаев, я дам ссылочку. А вот сейчас те модификаторы, которые я добавила, когда готовила свое поздравление и отправила его Расе. Итак, значит, если мы, во-первых, можно использовать анимацию оттенка цвета. Вот, допустим, мы загрузили аватар. Ну, естественно, мы его в эффектах скопировали в следующий кадр. Дальше, чтобы менялся цвет, то есть была анимация цвета, что мы делаем? Итак, мы встаем в эффектах, идем в правую часть коррекцию, встаем на оттенок, вот он оттенок. Выделяем его правой кнопочкой, щелкаем на нем, чтобы она синенькая была. Добавить модификатор на оттенок. И какие здесь у нас значения? Значит, у нас волна синусная. Вот здесь ставим значение функции. Волна синусная. Так. А значение амплитуды и частоты первые оставляем эти же 0,50, вот как они по умолчанию, и 50. Все, окей. Смотрим, что у нас получилось. Проигрываем. Вот видите, как костюм меняется. Ну, чтобы было видно, давайте время поставлю побольше. Скажем, 10 секунд. Вот, проиграем еще раз. Вот костюм меняется. Вот так можно украсть. Это один модификатор. Так, теперь, ну, оставим этот модификатор. И, допустим, мы хотим, чтобы немножечко наша модель пошевелилась. Значит, здесь можно разные варианты. Ну, вот вариант такой. Значит, идем в правую часть. Центр вращения, обратим внимание, 0 и 0 у нас стоит. Дальше ставим модификатор на сглаженный наклон по оси Y. Вот он, сглаженный наклон по оси Y. Засиняем. Так, на кружочек вот здесь нажали, она синенькая. Правой кнопочкой добавить модификатор. Модификатор выбираем такой. Тоже синусная волна. Значение функции синусная волна. И амплитуду ставим. Здесь вы можете разную брать амплитуду. Ну, как вы хотите, чтобы она сильно, не сильно у нас качалась. Ну, вот, допустим, 1,3. 1,3 ставили. Нажимаем ОК. Проверяем, как будет движение. Посмотрим. Вот она вот так из стороны в сторону. Вот немножечко будет шевелиться. То есть она у вас не будет столбом стоять, когда вы добавите, будет свое поздравление делать в прошу или как. Так, еще какой-то вариант давайте посмотрим. То есть вы можете экспериментировать и модификаторы ставить на любые, собственно, вот эти параметры. Давайте попробуем еще один модификатор. Сглаженное движение возьмем и возьмем по вертикали. То есть вот здесь x это горизонталь, y вертикаль. То есть вот в этот квадратик поставим наш модификатор правой кнопочкой. Так, выделим его. Правой кнопочкой добавить модификатор. И поставим, допустим, тоже везде синусную берем. Хотя тут вариантов очень много. Берем тоже показатели. Можем такие же оставить. 0,5, как было в предыдущем случае, 1. Посмотрим, что получится. Это вверх-вниз по вертикали. Вот так может.
Если мы поставим так окей, как удалить модификатор? Вот вам не понравилось? Правой кнопочкой удалить. А теперь по горизонтали поставим. На крестик нажмем. Вот сюда. Так. Выделим его. И добавим тоже модификатор уже по оси X. По оси X тоже берем синусную волну. Давайте побольше поставим значение. Допустим, не 0,5, а 1. То есть путем вот такого эксперимента 1, 3, 1, 0. Ну, конечно, много не надо ставить. Проигрываем. Значит, это будет модификатор по горизонтали. Вот это много. Видите, 3 много. Лучше поставить 0,5. 0,5 и 1. Еще раз проверяем. Так, что-то мы тут 0,5 и амплитуда 1. Так, проигрываем. Так, мы, наверное, не удалила я этот модификатор. Удалить модификатор. Так, ну, в общем, вот так вот можно попробовать. Еще один попробуем модификатор поставить. Поставить модификатор на сглаженное вращение. Что получится? Вот, выделяем его. Галочку. Здесь ставим, выделяем. И на сглаженное вращение ставим добавить модификатор. Когда появляется модификатор, красный огонечек там загорается. Так, возьмем синусную волну тоже. Синусную волну. Частота 0,5. Ну, здесь давайте попробуем. 4 мы не брали. 4. Окей. Что у нас получится? Посмотрим. Вот. 4 много. Значит, мы что делаем? Идем сюда. Изменить модификатор. И не 4, а давайте единичку. Сделаем единичку. Можно прямо здесь проиграть. Вот, вот такое покачивание, такая воображалка. Вот такие вещи можно использовать, чтобы так неподвижной ваша PNG-шка не была. А ссылочку на свои картинки с модификатором я вам дам. Все, если пригодится, буду рада. Спасибо за внимание.